Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Дмитрий Шепелев провел в честь 8-летия Платона необычный тематический праздник. Телеведущий рассказал в своем микроблоге о том, какой получилась вечеринка. Так, к сыну Дмитрия Шепелева и покойной Жанны Фриске пришли 15 друзей, чтобы поздравить мальчика и преподнести подарки. День рождения удался на славу. Правда, некоторые дети испугались устроенного представления. Шоумен признался, что не захотел превращать праздник в многочасовые посиделки с аниматорами и громкой музыкой. Ведь дети часто начинают терять адекватность. И потом Дмитрий Шепелев целый день не может прийти в себя из-за шумного веселья. Для Платона был организован страшный театрализованный квест, во время которого ребятне пришлось изрядно постараться, чтобы разгадать задание. По словам ведущего, несколько детей испугались и бросились бежать. Но в целом все маленькие гости остались довольны праздником. Главное, отметил шоумен, виновнику торжества все понравилось. Дмитрий Шепелев добавил, что хорошо, что подобные вечеринки с малышней бывают лишь раз в году. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.